Как сделать социальное учреждение удобнее для людей? Возможные варианты обсуждали на заседании правительственной комиссии по модернизации. На повестке дня стояло несколько объектов: детские сады Цельнинского района, городской детский стационар и реабилитационные центры. Начали с проблем муниципалитета. В селе Средние Алгаши планируется приостановить деятельность садика, в который ходит всего один воспитанник. По решению родителей малыша будут возить в дошкольную группу соседнего села. А в селе Старые Алгаши из-за малого количества детей детский сад и школу решили объединить. Работники двух организаций без работы не останутся. В результате реорганизации у нас высвобождаются ставка заведующей и ставка завхоза. Заведующая будет трудоустроена в школу социальным педагогом. На сегодняшний день эта ставка в школе вакантна по окончании учебного года. А завхоз детского сада у нас устраивается в школу завхозом. Представители Минобра выезжали в район с рабочим визитом. Они оценили обстановку и привезли новые правила в образовательной организации. Принципиально важные рекомендации. Прежде всего, первое, перейти всем образовательным организациям на пятидневную систему. Кстати, об этом нам говорил губернатор еще на прошлом форуме. И основная эта задача — высвободить вот этот шестой день для дополнительных занятий детей. От областных вопросов перешли к городским. Здание стационара детской городской клинической больницы планируется прикрепить к реабилитационному центру «Подсолнух». Дело в том, что центр очень востребован у горожан. От этого постоянная очередь и нехватка мест. При объединении двух здравниц пополнится и штат медработников, да и метров станет гораздо больше. Это расширение идет просто того спектра медицинских и социальных услуг, которые оказываются уже на сегодняшний день. Это есть уникальные методики, по которым они действительно работают с этими маленькими и уже взросленькими детьми, по которым они работают с семьями. И в данном случае это, конечно, ответ определенной совершенно категории населения, которая давно ждет, что мы это сделаем. Также рассмотрели вариант присоединения Димитровградского оздоровительного центра к организации под названием «Доверие». Первым делом спросят мнение родителей и пациентов. К реорганизации приступят только после проведения мониторингов и опросов. Виктория Чиркова, Юрий Ломатов. Новости Улправды ТВ.